Петербургская прокуратура проверяет на экстремизм книгу Йозефа Геббельса, которую начали продавать городские магазины. Представители надзорного ведомства приобрели экземпляр романа «Михаэль», и теперь будет назначено социально-гуманитарное исследование. Если эксперты обнаружат в произведении признаки экстремизма, его продажу в России запретят. Кстати, книгу выпустили в Москве совсем небольшим тиражом, всего 2000 экземпляров, и в основном она распространяется через интернет-сайты. Пускай прокуратура проверит, найдет нужным, что она в экстремистской, мы сочтем ее мнение правильным и все, будем на стороне закона. А пока никакого собственного мнения по этому поводу нет. Ну, раз мы ее избрали, мы, значит, до сих пор не видели в ней ничего такого. Роман «Михаэль» считается полуавтобиографическим. Геббельс написал его в форме дневника ветерана, вернувшегося в Германию после Первой мировой. Многие называют книгу антисемитской.